Значит, получилось как? Я немножко в историю заглянула, да? Вот два, вон ты забыла. 24 апреля 1965 года, если я не ошиблась. Приезжал к нам Лобутов, председатель колхоза, бывший председатель колхоза Родина. Мы хотели встать вот сюда, да, объять его. Что ты говоришь, что он в 1987 году пришел в Лобутова? Да? Ты меня не избирай. Ну, давай. Мы еще тогда работали в Моисеевковской школе. Была деревянная школа, бывшее здание. Помещиков. И здание для учителей не было, так как такого. Снимали квартиры в Реброве. Не квартира, а комнаты, кроватки, вернее, углы раньше называлось. Когда он пришел на собрание к нам, а партийная организация у нас была одна, а вот управление колхоза было еще там погорело в деревянном здании. Все собрания партийные мы посещали. Ой, педсоветы, они к нам приходили, не все колхозники, а члены правления. И потом, значит, получилось так, что к нам часто приезжал Дрыгин, он очень любил наш колхоз. И разговаривали, что надо строить квартиры учителям. И вышло постановление правительства, что колхозам, которые будут строить дома специалистам, им будут даны льготы на 20 лет, 0,75%, а потом их спишут, эти кредиты. Так и получилось в 65-м году, а у нас Лобутов был умный человек, очень хороший. И он, значит, построил дом, вот, 20, я тоже переехал, 24-й сейчас называется, она раньше другой адрес был. Значит, построили 24-й дом, до этого 25-й и 27-й уже были построены. И нам сразу 12 человек учителей, у меня даже вот есть справка такая, раньше не было у нас договоров, то есть этих ордеров. И, значит, нас 12 человек учителей сразу поселили в этот 24-й дом. Дальше туда въехал директор Дома культуры, главный агроном и главный экономист. В общем, дом вот заселили. Две доярки еще были, потому что квартиры были. Ну, а потом 26-й и так далее стали строить. Ну, мы жили очень хорошо, спокойно, никаких недоразумений не было. Началось все, вот когда началась перестройка. Перестройка началась, значит, там было постановление, что колхозы имеют право, вернее, должны приватизировать землю, а жилой фонд только по усмотрению. Ну, там он смотрел, все, и этот... Приватизировал все жилье, но не вовремя он приватизировал, он позже это сделал. Ну, тут обманы все вы эти знаете. И тогда, значит, когда он жилой-то фонд еще даже не приватизировал, не успел еще оформить документы, он начал продавать квартиры. И начал с учителей. Так как я вылезла везде и всюду, первым взял мою дочь. Дочь работала учительницей в школе 12 лет. Значит, часов тут было очень мало. Она просила, два раза приходила в колхоз, два месяца подряд, через месяц. Писала заявление, чтобы ее взяли на работу, в магазин или куда-нибудь. Ее не взяли на работу. Она устроилась на работу в городе. Она жила одна, разведена была, двое детей. И 15 января, заплачу, ее выселили из квартиры. Мы пробовали посудиться и... Суды были, ну, все на ее стороне было. Мы думаем, что там, наверное, ну, не знаю, что там было. Ну, а дальше мы стали бороться за свои квартиры. И вот боремся до сих пор, 13-й год уже. Слушайте, мы ведь дети войны, у тебя начало детей войны. Потому что уж пережили, сами знаете, сколько всего. И, значит, нас было 8 человек детей войны, я вот начала с них, а потом уже другие к нам присоединились. Еще, может, потеряла. По 36 и 40 лет отработали в школе, учили этих же детей, а медики лечили их, и они нас вот выселяют. И стали писать, подписывать договор на один только год. Идем подписывать договор, коленочки дрожат, слезы текут, подпишут, не подпишут. И в конце концов мы уже вот добились, что нам решение судов вот только... В прошлом году, да, начали решение судов. Да. Районное было, областной суд был. Нам, значит, решение суда вынесли бессрочное пользование квартиры, проживание в квартирах. А там есть в договоре статья, цифры помнишь?
пункт. По-моему, 371. В общем, ну, в общем, не знаю, да, посмотрите. Коммерческий найм. Так вот они пишут, договор не переделал ни один раз, мы пробежали все в прокуратуру, прокуратура им сообщит, они опять, значит, мы переделали. И на самом деле, вот последний договор я взяла, но я его не подписывала. Значит, там написано, вот эту цифру я не помню, но когда открыли эту статью, оказывается, она полностью соответствует коммерческому договору. Это значит на 5 лет, и если со мной что-то случится, и детей моих тоже выселят. Thank you.